Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик». Не забудьте подписаться и поставить лайк этому рецепту. Сейчас мы с вами будем готовить очень вкусный и простой десерт без выпечки. Этот рецепт особенно актуален летом, когда неохота лишний раз включать духовку, потому что дома и так жарко. Сначала нам нужно подготовить ягодный слой. Для этого мы берем кастрюлю, замороженные ягоды, ну или свежие, смотря какие вы используете. Высыпаем их в кастрюлю, добавляем сахар и немножечко лимонного сока. Ставим кастрюлю на плиту и варим до закипания. Пока наши ягоды варятся, мы с вами приготовим основу для десерта. Берем печенье и складываем его в блендер. Теперь просто измельчаем в крошку в блендере наше печенье. Если вдруг у вас нет блендера, вы можете сложить печенье в пакет. Главное, чтобы он был без дырок и закрывался. И раскатать его скалкой. Главное получить крошку. Ягоды на плите у нас закипели, и самое время добавить к ним крахмал. Для этого мы берем кукурузный крахмал и наливаем в него немножко холодной воды. Наливаем крахмал к ягодам и варим, помешивая до загустения. У нас все готово для сборки десерта. Слой теста, то есть песочной крошки, крошки из печенья, крем, который мы приготовили заранее, и ягодный слой, который мы с вами сварили на плите. Теперь мы берем стаканы, либо форму, смотря в чем вы хотите подавать. Я буду подавать вот в таких вот стеклянных стаканах. И просто по очереди раскладываем все это по ним. Наш десерт без выпечки готов. Посмотрите, какие красивые они получились. Один в большой форме, другой в маленьком стакане. Теперь мы должны накрыть их пищевой пленкой и убрать в холодильник хотя бы часа на два. Они пропитаются и будут еще вкуснее. Ребята, это очень вкусно. А главное, не нужно включать духовку.